7 октября 1942 года, к западу от тракторного завода. Внимание, солдаты! Русские опять обхитрили нас и теперь наступают нам на пятки. Они пытаются проделать с нами то, что мы сделали с ними вчера, и выдавить нас из квартала. Нельзя допустить этого. Если нас оттеснят на открытое пространство, мы пропали. Остатки батальона будут прорываться к нам через оборону русских. Это означает, что мы можем рассчитывать только на себя. Нам не привыкать к таким ситуациям. Мы выстояли и победили. Победим и сейчас. Командиры отделений, аккуратно выбирайте позиции для своих бойцов. Мы не можем позволить себе больших потерь. Русские будут наступать через тот овраг. Обеспечьте прикрытие для обоих мостов. Лучший вариант — остановить их перед тем, как они пойдут в прорыв. Чтобы не потерять людей, отступайте к Дому культуры в случае необходимости. Если этот путь перекрыт, уходите через сквер и в сторону гастронома. Мы обязаны остановить их там, или нам конец. Мы не собираемся гнить в советских лагерях. Занимайте позиции и сражайтесь до последнего патрона. Мы обязаны выстоять. От поражений и фады только свиреют. Не стоит недооценивать врага. Прикончите русских как можно быстрее. Вижу пулемет! Целуй меня, барыш! Проклятый осак! Не мог он вычесть! Умрите, крусы! Тебя война закончилась, Иван! Байерсдорф уже третий раз в госпитале. Ранение в руку. Скоро не останется никого. Пятая рота потеряла сегодня своего 7-го командира. Самый ад творится в городе. Мы находимся друг от друга в 20 метрах. Наши бойцы иногда лопатками сражаются с русскими. Вчера немецкий солдат стал тянуть за один конец пулемета, а русский за другой. Спор прекратила ручная граната. Обер-лейтенант Ганс Йоахим Мартиус, 24-й штурмовой отряд. Саперному делу.
Достань взрывчатку, положи ее у той двери, а сам... Вот так. В укрытие! Отлично! Теперь бегом к тому танку. Теперь научимся обращаться с противотанковыми гранатами. Возьми... Вот так. Брось ее в танк и ложись на землю. Один танк готов. Двигайся к зданию на другой стороне улицы. Теперь будешь стрелять из противотанкового ружья. Иди подготовь его. Хорошо. Установи оружие перед собой. Открыть огонь по танку. Превосходно! Еще один большевистский танк уничтожен. Помни, у противотанкового ружья ограниченные возможности, поэтому целься в слабые места танка, в траки, трансмиссию, крышу. Счастливо и удачи! 14 октября 1942 года. Площадь имени 9 января. Наши атаки в этой части города захлебнулись из-за таких вот проклятых огневых точек, которые русские устроили среди руин. Отсюда до реки 300 метров. Там причал, с которого советом приходят подкрепления. Значение этого места для них сложно переоценить. Нельзя допускать ошибок, бойцы. Они дорого стоят. Мы не первые, кого бросают в эту заварушку, поэтому мы должны сделать все правильно. Саперы, я хочу, чтобы вы разносили в клочья любого, кто не хочет сдаваться. Я не намерен терять остатки батальона ради какого-то чертова дома. Слушайте внимательно. Мы сделаем все по порядку. Начните с разрушенного здания военторга и следите за русскими, прячущимися в руинах. Захватываем эту точку, концентрируем силы, потом идем дальше, штурмуем дом какого-то заболотного. Опасности все те же. Пулеметчики и снайперы прикрывают по верхам, остальные крушат все, что движется. Затем приближаемся к точке, о которую сломали зубы остальные, к дому Павлова. Пулеметы и дымовые гранаты прикроют при переправе через улицу. В противном случае мчитесь как полоумные. Мы заходим в дом с запада и будем зачищать его этаж за этажом. Работать бок о бок. Прикрывайте друг друга. Когда мы проникнем в дом с запада, пойдем через него на восток и выбьем Павлова из его гнезда к чертям собачьим. Есть вопросы? Хорошо. Выдвинуться на позиции и вперед. Удачи! За мной, живо! Укрытие! Вижу танк! Живее, солдаты! Защищи от командира! Солдаты, за мной! Ответный огонь! Это приказ!
Проходите. Солдат убит! Ответный огонь! Большевик убит! Ох, как больно! Большевистская сволочь! Все за мной! Нас засекли! В атаку! Черт, ты вас побрал! В атаку!
Я под огнем! Быть вражеская пехота! Почти не осталось. О, шерп! Собака! Убейте этого выродка! Не хочу умирать вот так! Перезаряжаю! Стойте меня огнём, идиоты! Вы под огнем! Кто следующий? Победа будет наша! Прикончить его! Давай, Криса! Я его прижал! Обходите с флангов! Умрите! Со мной, живо! Я вол! Стреляй! Мы под огнем! Укрытие! Защищайте командира! Ответный огонь! Проклятие! Прикройте меня огнем, идиоты! Просто не могу! Пристрелите этого гада! Крыса! Еще одним Иваном меньше! Укрытие! Вот там! Тревога! По нам стреляют! Мы под огнем! Снайпер, вон там!
участку! Будьте на чеку! Ура! Yeah.